Всем привет! Сегодня будем готовить форель в духовке. Для этого нам понадобится форель, специи и лимон. Рыбу чистим от внутренностей и чешуи. От внутренностей почистили рыбку, теперь нужно ее промыть в воде. Делаем надрезы для долек лимона. Нарезаем лимон на дольки. Разрезаем лимон напополам. Вот такие дольки получаются. Поливаем рыбку оливковым маслом. Добавляем специи. Вставляем дольки лимона. Убираем рыбку в духовку до готовности. Вот такая рыбка у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.